Энергия, ловкость, скорость и выносливость – вот чем должен обладать любой профессиональный игрок в настольный теннис. Но одни только природные таланты не приведут к победе. Здесь не обойтись без долгих и упорных тренировок. В рамках спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета состоялся турнир по настольному теннису. За звание лучшей команды 2016 года развернулась нешуточная борьба. Каждый факультет выдвинул своих лучших и сильнейших представителей. В том числе сюда приехали команды из Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов. И у каждой команды одна цель – победить. Организация турнира очень хорошая, соперники достойные. Видно, что все готовились. Приехало аж 17 команд, то есть не 16, как обычно, а целых 17. Одна группа состояла из 5 команд. И выйти из группы очень непросто. То есть соперники все сильные, у всех есть разряд, либо КМС, либо мастер спорта. И очень приятно играть с такими сильными соперниками. Финал соревнований смогли пройти сборные Института физики и Набережно-Челнинского филиала КФУ. Последние, кстати, являются многократными призерами в данном виде спорта. По итогам трех игр победу одержала команда Набережных Челнов. Интересно было наблюдать за игрой девушек из этих сборных. До последней подачи не было ясно, кто выйдет победителем. Ну, с 4 лет, 3 года мы, получается, занимаем первые места. В том году только мы что-то плашали, заняли 3-е место. А так, частенько первое место, да. Всегда первое, практически. Всегда много борьбы. Ну, да, было трудно играть. Соперник, все-таки финал, самые сильнейшие вышли. Ну, мы рады, что выиграли, главное. И, ну, думаю, заслужили победу. Роман Полинсков, Ильгиз Загидуллин, Универньюз.